Привет, друзья! Сегодня я приготовлю картошку по-деревенски в духовке. Что для этого необходимо? 6 средних картофелин, 2 столовые ложки муки, 3 чайные ложки сладкой паприки, 1 чайная ложка сухого чеснока, растительное масло или оливковое масло, соль по вкусу. Сначала мытый картофель разрежем на 8 одинаковых долек. Затем перемешаем все сухие ингредиенты: чеснок, муку, сладкую паприку и соль. Перемешаем картофель с оливковым или растительным маслом. Добавим сухую смесь и также все перемешаем. Теперь выложим картофель на противень. Немного нальем сверху масла. Запекать при 200 градусах 30-40 минут. Картошка по-деревенски готова. Всем приятного аппетита и до скорой встречи в следующем видео. Пока!